Спасибо. Я хочу сказать, что мне кажется, главным итогом 2014 года, а вы помните, он заканчивался достаточно бурно, наверное, явился такой вывод, что вот наша отрасль, где мы все работаем, она крайне уязвима. Потому что от действий регулятора, там, успешных, неуспешных, зависит, например, много. Зависит жизнь конкретной отрасли, конкретных банков, да, конкретных компаний. И вот по щелчку она может измениться и в негативную сторону, а может быть откроются какие-то возможности, да, где можно быть первопроходцем. Я не знаю, это позитивный итог или негативный, ну, наверное, для каждого там год был какой-то разный. Но это вот с одной стороны мы понимаем, что это наше дело добиваться от регулятора правильных и предсказуемых правил поведения на рынке. А с другой стороны, надо быть просто готовым, потому что в любой там даже негативной ситуации будут открываться очень существенные возможности. Особенно вот в нашей отрасли, которая крайне мобильна и которая